Наступил день, когда человек устремил свой взор на бескрайнюю равнину в поисках пути, но ничего не увидел. И тогда он ощутил, сколь изнурительно расстояние между ледяной бездной и бескрайним морем, сколь велика пропасть между страстной мечтой и ее воплощением. Человек закрыл глаза и услышал. Вначале был огонь. И тогда человек осознал, что ему предстоит укротить всемогущую силу времени, способную превращать скалы в пыль, пересечь бескрайнюю равнину, вечные льды, бездонные моря, преодолеть огромное расстояние, чтобы добраться до цели прежде, чем неудержимое пламя вырвется на свободу. И осознал человек, что именно ему предназначено приручить огонь и проложить для него новые пути сегодня. Сегодня мы, ведущая отечественная металлургическая компания, лидер по производству труб в России. Мы знаем, чего требует от нас будущее. Потому что у нас есть опыт, накопленный за долгие годы успешной работы. Мы обладаем необходимым потенциалом для обеспечения потребностей топливно-энергетического комплекса России. Наши технологии отвечают запросам современного рынка, требующего глобальных решений. Мы хотим стать надежным партнером для тех, кто мечтает прокладывать новые пути, чтобы вместе добиваться успехов. Мы верим в наше призвание доставлять энергию людям, от источника к конечному потребителю. Энергию созидания. Энергию роста. Сегодня. Стратегии обеспечения мира энергии. Для будущих побед сегодня. Мы хотим создавать новые пути для энергии. Мы хотим расти вместе с растущей страной. Мы в самом центре нового, стремительно меняющегося мира. Мира, который требует новых идей и новых мощностей. Возможно, путь будет долгим, но мы знаем, как достичь поставленных целей. Потому что мы верим в наши общие силы. У нас достаточно смелости, желания и возможностей для того, чтобы проложить новые пути для энергии, чтобы повелевать огнем, который творит наше будущее. –
будущее сегодня.